И вы... Я знаю, кто это едет. Читайте номер. Смотрите, близко берите, берите крупнее. По-моему, представлять не надо. Группа «Серебро». Я вот даже поухаживаю за своими одними из самых любимых девчонок. И вот открою вам дверку и помогу выйти. Подходите сюда скорее. Расскажите мне, пожалуйста, но на прошлой церемонии вы были во всем черном. Сегодня вы в белом. Но я смотрю так, изменения в машинке. В чем, с чем это связано? Потому что это великая премия для нас. Мы участвуем здесь как номинанты. Это впервые для нас. Это большая честь. И плюс у нас сегодня отличное настроение, поэтому хотелось его показать. Показать настроение, да? Ой, господи, я же вижу это настроение. Смущайтесь, не смущайтесь, милый. Я возьму себя в руки и отправляю вас к Лере. Спасибо огромное. Она уже ждет, не дождется. Группа «Серебро». Смотрим, кто же следующий. Давайте посмотрим. Боже, по-моему, сквозь затонированный автомобиль. Ну, а мы передаем слово Лере. Девочки, ну что, вы потрясающе выглядите, бело-черное, здорово. Девчонки, скажите, на что вы готовы ради победы на нашей премии? Ну, на самом деле, мы просто пришли сюда получить удовольствие, потому что мы действительно с огромным кайфом пришли сюда и хотим получить максимум. Ладно, мы не победим, я знаю. Я смотрела на сайте премии, что у нас очень мало процентов. Но, конечно, это немножечко грустно, но мы не расстраиваемся, потому что все-таки нечестно было бы нам дать дебют. Все-таки мы вышли в 2007 году. Девчонки, на самом деле, я вам желаю победы, и с таким негативом нельзя. Позитив, все у вас получится, вы умнички. Проходите, удачи вам, удачи, счастливо.